Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, Unit 2, секция 9, упражнение 79. Translate the word combinations. Use them to create your own sentences. Переведите словосочетания. Используйте их, чтобы составить собственное предложение. Итак, обратите внимание, что в середине нашей схемы находится слово travel, путешествие. То есть от него мы будем отталкиваться при составлении предложений и на определенную тему, да, на тему путешествия. Окей. Как мы можем путешествовать? Двигаемся против часовой стрелки от верхнего левого угла. Мы можем путешествовать by plane, by boat, by train, by car, by coach, by bus, by bike. На самолете, лодке, поезде, на машине, одноэтажном автобусе, на автобусе и велосипеде. Окей. Следующее about to make places по многим местам. Мы можем путешествовать abroad, за границей. Дальше. По Европе и по миру. Around Europe and the world. Мы можем пешком ходить. On foot. И, например, across America. По Америке или пересекая Америку. Это как один из вариантов. Естественно, тут может быть любое название. Давайте составим парочку предложений. It's my dream since childhood to travel around the world. Совершить кругосветное путешествие – это моя мечта с самого детства. I like to travel by train because it gives me an opportunity to see beautiful nature, magnificent cities, and it is also very comfortable and safe too. Я люблю путешествовать на поезде, потому что это дает мне возможность увидеть прекрасную природу, великолепные города, также это очень удобно и безопасно. Еще одно предложение. I think that traveling across America is very exciting. Я думаю, что путешествие по Америке восхитительно. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.